сорт острого перца Jamaican Long Scotch Bonnet. Посмотрите, какие перчики. Они чем-то похожи на Тринидад Маругу Скорпиона. Какие красавцы. Это сорт высокоурожайный. Он созревает от зеленого до оранжевого цвета. Вот такие вот красавцы. Этот сорт родом из Испании. Очень высокоурожайный сорт. Сейчас я вам покажу. Вкус у этих плодов насыщенно цитрусовый. Вот, размер таких плодов колеблется от 4 до 6 сантиметров в длину. Вот так вот они созревают. Начинает созревать сверху и опускается вниз. И уже в самом низу вот видно остатки зеленого цвета. Этот перец применяется в рыбных блюдах. Также из него готовят соусы. Он такой красавец, смотрите. Как Маруга Скорпион, только длинный. Вот такие красавцы. Высота этого растения достигает до 80 сантиметров. Срок созревания от него от 80 до 90 дней. Интересный и необычный сорт. Он чем-то и напоминает еще колокольчики. Острота у этого сорта колеблется в пределах от 100 тысяч скобелей до 400 тысяч скобелей. Если выращивать этот перец в домашних условиях, кустик не будет превышать выше 50 сантиметров. Он довольно неприхотлив. Агротехника выращивания такая же, как и у сладкого перца. Так что можно выращивать и на подоконнике, и в открытом грунте. Также можно выращивать и в теплицах. Довольно высокоурожайный. Так что пробуйте, выращивайте у себя. Всем удачи!